Опс. Выкидывают лягушек из салона. Так пошло охлаждение, он двигатель, смотрю, уже. Но не всегда желания джипера совпадают с его возможностями. Ну, на 50% выполнил. Я прям оператор. Оператор башенного крана. Нифига не водитель, оператор. Дамы и господа, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Не Тормози, как вы видите, за моей спиной супер лютые тачки. Сегодня у нас большой, довольно насыщенный маршрут, сегодня мы испытываем, конечно же, Чероки, испытываем не вас на бортовых редукторах от Луаза аж с портальными мостами, газон на 300 сил, конечно же, с нами, и прикрывает всех во всем этом ЗИЛ Не Тормозил, огромный военный советский грузовик. Сегодня будет круто, начинаем! Стартуем. Очень мне интересен этот Невас, как он сегодня вынесет. Маршрут сегодня довольно тяжелый, колейности большие. Просвет, к слову говоря, у нас самый низкий из всех на Зиле. Вы самые маленькие. Тот момент, когда можно комплексовать на Зиле, пилотирует сегодня Андрюха. Решил поберечь москвич. А мне уже не привыкать комплексовать. В прошлый выезд, когда я был сам маленький, это же вообще... На москвиче, да? Да. Неужели забуксовал? Итак, у нас в распоряжении газон 50-х годов с мотором V8, но на 300. Мотор от Toyota, быстрый, мощный, делает жжух-жжух-жжух. Колеса от ЗИЛа, мосты с блокировками, допиленные самостоятельно. Подприседает. Подприседает. Но пока бьется. Бьется все блокировки. Швая резина. ЗИЛ вот интересно пройдет. Нет, убедиться тут особо. Особо не за что. А ты когда про кондиционер говорил, ты вот это стекло подразумевал открывающееся? Нет, потому что нервесору шансов нет. Пашет мостом. Сейчас, погоди, стоп. Вот это яма-то. ЗИЛ там смеется такой, такой. Можно было и поаккуратнее, да. Он это прикатывается пока. Так, Олег пошел дальше по колее. Все, пока тут стой для страховки. Свет, конечно, огромный, но хватит ли его для сотворения чуда? Походу, нет. Чудо не произошло. От Луаза бортовые редуктора стоят, трактора.
Все пацаны верят в белую Ниву. Но раскачивается, кстати. Шанс-то есть на самом деле. Самодельный аппарат. Хороший зацеп имеет тракторная резина. За счет передней подвески, то что нет жесткого моста, раскатывает вперед-назад, не подвисает. В этом, конечно, плюс колее, если не быстро раскачиваться. Отсутствие моста дает большое преимущество ввиду высоты и хода все-таки какого-то подвески. Подвеска достает вниз. Вот видите, можно выехать назад. О, еще и вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Освежился. Итак, спасает мутант Чироки на БТР мостах. С просто конской портальностью. Колесные редуктора стоят. Просвет 50 где-то, да? 50, да. Хватает? Если накачаешь, то 55. Хватает? Тогда. Да, не жалуешься? Пока еще так грязи не нашли. Доработок никаких не делал после Москвы? Не, не делал. Сейчас только тяга вылезет. Включение переднего моста. Кстати, для эвакуации авто мы используем динамические стропы. Такая должна быть у каждого автомобилиста. Распродажа строп по ценам ниже маркетплейсов по ссылке в описании. Доставка в любую точку России. Конечно же, фирменные наклейки «Не тормози» в подарок. Количество ограничено. Так, не вас выходит в сторону, вроде. Точнее, хочет выйти. Но не всегда желания джипера совпадают с его возможностями. Да, тут от грузовиков колеи. Что-то плохой звук. Меня вроде крутит. Так, не вас, судя по всему, выбывает что-то с колесом. Тут, походу, у людей серьезные проблемы возникают. Ездят такие куски. Что-то, что было на герметике раньше. Кто отгадает, что это? А что это? Не знаю, у кого-то отвалилось. Я говорю, тут у людей проблемы посерьезнее возникают. Это Серега. Нифига не моя. Так она более давно. А, уже здесь? Да. Так, все, не вас объезжает. Все, без одного приводного колеса остался. Сломала полуось. Так бывает, да, нагрузка дикая, несмотря даже на наличие бортовых редукторов, которые облегчают. Судьбу трансмиссии все равно не выдерживает такие зацепы трактора. Флагман сегодняшнего выезда. Справится ли он? Чироки 200, там, 30 где-то лошадей. Все блокировочки. Полметра высота. Чертит он, слово говоря, мостами. Да, вообще пофигу. Ух ты! Чё там? Полный привод включай. Вот это просвет. Итак, ЗИЛ. Выгреб. Не вас? Вот там подстанция рухнула, сгнила. О, провода оборвал его. Видать, одни коротной. Горит, там уже с утра, наверное, горит. Там уже... А лучше туда не подходить, малое напряжение. Нифига себе, вовремя. Я залил.
Ты отважный, провода водой заливай. Низенько в низинке. А джип у нас высокий. А, вообще. Прибиваючи. Он в намного более сложных условиях ездить может. Вот деда ЗИЛ может тут немного букснуть. 150 лошадей, к слову говоря, мотор дела, V8. Советский V8. На 6, соответственно, колесная формула. Так, не вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стянуло жирненькое. А, он и на трех колесах нормально ведущих проходит. В колесах вообще и не оставил машину, решил рубиться дальше. Настоящие джиперы, которые будут ехать, пока хоть одно колесо крутится. А если крутиться перестанет, прицепим за ЗИЛ и потащим дальше. Что, Андрюх, расскажи, как ощущения-то? Короче, едешь, кайфуешь, вообще не паришься, ни колея там, канава, дырка, как бы едешь, а ладно. Полуоси не боишься сломать, вообще, да? Вообще не переживаешь, нет. Расколоться и не надо думать ни о чем, ну почти не надо думать. Главное, чтобы не было Нивы в слепой зоне. Короче, мне пока все очень нравится. Кайф. Ну, тут 90 можно ехать, а после знака 60. Да, да, да. Так что, Андрюх, там не превышай, смотри. Я понял, да. Что, ты готов застрять? Не. Будешь биться? Итак, место, где сидел Урал. По словам очевидцев. И, судя по всему, будет сидеть Чероки. Но у Урала не было такого дорожного просвета, как у Сереги на Чероки. Поэтому шансы есть. Раскачивается. Огромные 42-е трактора. Давление может регулировать из салона прямо. Потихонечку ползет. Да чего-то там колеса достает. Так, нагрелся Чирок. Хочет остудить. А что нагреется? Радиатор забит или что? В чем проблема? Ну, если внутри забит, снаружи я его чистил. Или весь коммутер плохо работает. Греется-то прям вообще на максимум? Ну, 115. И сколько? Нет. Ну да. Аж поворотник от натуги выпрыгнул. Серега там пытается победить. У него тут рычагов, как кнопочка в рейндж-ровере. Так что да, не зря тут Урал сидел. Лебедка стоит на Чероке. БРП.
ДМ раздатка. Вал отбор мощности. Все по-взрослому. Амост здесь на высоте полуметра, а полметра это выше колена. И такое чувство, что колеса до земли не достают, если честно. Там, Олег, далеко, пока не пробивайся. Сейчас придем вперед. Итак, Чироки по газоновской колее. Ты мне сейчас повторишь? Ты прямо так и иди. Интересно, сломает или пропрыгнет бревно. О, перепрыгнул. Маневрировать, не конек взяла маневры, но проходит. Хорошо сдуты колеса. Вот, все, пробрался. Газон обладает такой же примерно маневренностью, как подготовленный внедорожник. После Москвы это уже небольшое, кажется. Который не тормозил. Ни перед чем никогда не тормозил и тут не должен. Да. Спокойно.
газон при помощи лебедки подъезжает таки к сложному препятствию. Итак, ну что, бросок. Ну да, в целом раскачивается. Что подтыкает передачу вторую, когда хотелось бы идти на первую, очевидно. Плывет корабль. Так, самая грязная работа сделана. У Чероки просвет выше, колеса чуть меньше. Но я думаю, в целом должен пойти. Вот меня из следующих машин больше всего интригует ЗИЛ. Сможет ли он здесь пойти за такими монстрами на огромных колесах? Шестиколесный мутант весом 7 тонн, высоты не хватает. Так, колеи, конечно, за предыдущими прошедшими остаются просто чудовищными. Не доехал до самого интересного. Как будто судьба тебя от чего-то это оберегает. В воде бы тебе желательно не останавливаться. То есть сейчас доедь максимально до воды и дальше сам попробуешь. Основательно, но там высоты не хватает. Так, пошло охлаждение, он двигатель, смотрю, уже капельным методом. Вот, погоди, хорош забирать. Ага, все, понял. Да вообще чуть-чуть не хватает.
сюда, Крюс. Еще давай, давай. Давай, 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 давай. Хорош. Мне кажется, сам дальше пойдешь. Выполнил. Я прям оператор. Оператор башенного крана. Нифига не водитель, оператор. Обед? Конечно. У нас он давно. Кайф. Обед — это кайф. Вот в чем плюс Нивы, да? На ней хочешь — рубишься, не хочешь — все, объезжаешь. Красота. Как на квадроцикле. Траекторию, стороночку. Так, дальше пустили вперед чероки попробивать. Удивительно, что даже в такую жару, уже месяц стоит жара, а тут прям жиденько. Итак, Олег здесь, а газон там. Чудо, скажете вы. Чудо, скажу вам я. Так, едет. Тестируем новый оффроуд пилот.
пытался объехать сбоку, но пришел его черед. Сейчас будет наклон. Я грузил, не надо подогнать? Нет. Промокли ноги? Нет еще. Нет еще? Жарко? Сейчас промок. Дальше попробуем. Там ЗИЛ еще крайний, может, да, там знать. Теоретически. Еще своя колея, легковушки тут в таких габаритах не ездили, если честно. Если вы хотите сменить автомобиль, рекомендую обратиться вам в единый центр Трейдин. Покупка, продажа и обмен БУ автомобилей.